Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, як і обіцяли. Гість уже є в нас студії, ми готові його представити. Сьогодні до нас завітав Владислав Малицький, експерт з виготовлення м'ясних і ковбасних виробів. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні ви разом з нами. І з нами вже аромати і продукція. Ви вже відчуваєте ці аромати? Ой, відчуваємо, навіть вже слинка трошки капає. Ну, я вітаю всіх жителів міста, вітаю святом салямі. Це свято було виникнено в Америці у 2006 році. Там організували клуб любителів салямі. Я думаю, що клуб любителів вже у нас теж організовується зараз. Міні-клуб. Міні-клуб, так. А нам більше не треба, бо багато продукції зараз з собою немає. Я хотів би запитати відразу. Нас побачили із цього сюжету, що краще брати ту салямі, яка найдорожча. І тоді вона буде краще. Це чи правильно, чи ні це? Но большей частью, я могу на русском языке, конечно, да? Большей частью, конечно же, производители стараются вот вложить в тот продукт вот максимум, да, соответственно, и высшего сорта, и она будет дороже по цене. Единственная проблема, что вот с каждым годом это вот сделать все сложнее и сложнее, да, потому что, учитывая, скажем, экономическую ситуацию в стране, некоторые производители, ну, не, скажем, неэтично себя ведут в отношении тех продуктов, которые они производят. И, соответственно, с каждым годом становится сложнее и сложнее. Вот, причем скажу, что вот с первого раза вот выбрать салями, вот ту, которую вот можно вот покупать там каждый день, там через день, да, это будет сложно. Потому что есть много критериев, из-за которых вот нужно просто отобрать этот продукт для себя. Да? Что я бы рекомендовал? Значит, ну, в первую очередь, конечно же, на продукции должна быть этикетка. Это обязательно. Есть некоторые, скажем так, даже у нас в Николаеве торговые точки, которые, ну, просто работают с колбасой, скажем, без этикетки. Должна быть этикетка. Мы берем именно вот это приклеенное, да? Вот, да, да, вот это вот приклеенное, да. Потом здесь должен быть состав. Вот если вот мы посмотрим на состав этих двух... А давайте мы покажем, да, вот как раз двух изделий, да. Вот показываем о составе, да. Здесь... есть состав. И вот... И что в нем может быть? Понятно, что должно быть мясо, специи, но да. Это явно, да. А чего не должно быть? На что нужно обратить внимание? Ну, какой продукт запрещенный? Ну, есть много запрещенных продуктов, которые не должны использоваться. Но давайте сначала... Давайте, наверное, просто по классическому набору. То есть мясо, далее какие-то там добавки, чтобы вот понимать, что должно быть определенно. Там. Понятно, что мясо, да, специи должны быть, комбинации специй могут быть. Обязательно должно быть, чтобы колбаса сохраняла розовый приятный вкус, да, должен быть такой вот нитрит натрия. Он, скажем... Это является вообще ядом на самом деле. Ну, как говорила Авиценна, все есть лекарство и все есть яд. Да, все зависит от дозировки. Вот. Но свою функцию он все равно выполняет. Он сохраняет розовый вкус мяса, он является как бы стабилизатором цвета мяса. И кроме того прочего, есть такой вот у нас... ну, в организме есть такие бактерии, которые вызывают развитие ботулизма. Да? Он их приглушает, их действие. Нельзя сказать, что он их убивает. Тоже поэтому... в плюс. Да, обязательно идет аскорбиновая кислота с префиксом Е300. Если мы будем дальше ну, говорить о том, что есть Е, да, то есть о том, что это Е, переживать не стоит, потому что вот есть... Не это... все Е плохое. Да, это всего лишь классификация для того, чтобы... люди могли ориентироваться, что-то есть вредное, что-то есть вот, ну, не вредное. Да? Но если мы возьмем даже Е940... Ну, опять-таки в допустимых нормах. Да, 941, то это, вот, грубо говоря, кислород. Понимаете, так что же, не дышать, если Е все плохое. Ну да, тоже логично. Поэтому давайте, если мы вернемся все-таки к составу. Да. Да, вот если мы посмотрим на состав, вот в одном из изделий больше свинины, в другом меньше. Соответственно, вот если мы можем тебя увидеть, да, одна... продукция темнее, другая светлее. Да, вот цвет. Видим, темнее немного, насколько я вижу, да. Да, 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 это закономерно. Чтобы выбрать салями, все-таки она должна быть по своему срезу, она должна быть равномерная, да, не должно быть каких-то там таких вот грубых включений, непонятных включений. Разрывов каких-то. Разного цвета, да. Вот, батоны должны быть довольно-таки плотные. Мне подобается назва батоны.
Я відразу уявляв, що тут буде таке батонище. Бардони, колбаси. Так. Як є, так? Да? Да. Так, ось ми зараз показуємо. А я бачу, що має бути якийсь легкий відблиск, правильно? Тобто воно має бути... Так, да, це продукція свіжа, це в жир. Тобто той жир, який от є в соціалі. Тобто з допомогою цього легкого блеску можна навіть определити, свіжа колбаса чи ні? Ну, жир то будет в любом случае, потому что шпик добавляют свиной в любую из солями, да, в этом ее и принцип, да, что она должна быть равномерно перемешана, вот, равномерно рисуночек должен быть, срез должен быть красивый, и вот... Ну, рисунок настолько красивый, что уже начинает солень... Держи себя в руках. Да, может, бросим передачу и... пойдем кушать, да? Ну, клуб мы уже организовали. Дальше идем по принципам еще, что, как определить, кроме этикетки. Ну, да, обязательно должен быть в составе, он должен как-то соответствовать. Вы должны отбирать и смотреть, ну, как потребитель, да, соответствовать. Если там написано, что больше говядины, она должна быть, соответственно, темнее. Если там больше свинины или даже там допускается какая-то курица, понятно, что, ну, куриное филе, оно должно быть светлее немного, это понятно. Батоны должны быть плотные, они не должны быть мягкие. Да? Это говорит о том, что продукт сделан качественно, да, все... Все ингредиенты... Скажем так, жидким в руке он не должен быть. Да, да, вот. Если допускается, вот, скажем, в процессе длительного хранения, потому что солями имеет более продленный, ну, продолжительный срок хранения, чем там вареные колбасы, да, поэтому если в какой-то момент где-то там выступают какие-то там белые, ну, белый какой-то налет, этого не стоит особо пугаться, это зачастую выходит просто соль. Вот. Или есть такое вот понятие, как пищевые фосфаты, да, то есть то, что вот позволяет поднять вот уровень pH для того, чтобы можно было с мясом работать и делать продукт, колбасу. А какой вообще максимальный срок хранения колбасы? Потому что некоторые считают, что ее можно долго хранить. Да, и при каких условиях? Ну, есть обязательные условия. Условия по влажности, условия при продаже уже. Вот, ну, значит, на солями, если это сырокопченая солями, там порядка 90 суток. Да, если это варено-копченая или полукопченая солями, то это где-то порядка 10-15 суток. Для нее это является нормой. Просто уже покупатель в своем холодильнике, когда держать, то нормально. По 15 суток она продержится. Да, в течение 15 суток надо съесть. Да, есть. 10 суток есть, 15 тоже есть. Единственное, что нужно соблюдать условия. То есть она должна во что-то все-таки завернуть, какую-то пергаментную бумагу. Вот, вот не, это не, еще одно условие не хранения. Клеенку, да. Когда человек будет выбирать или покупать солями, я бы хотел обратить внимание на то, что в каких условиях она продается. То есть это желательно, все-таки это должна быть холодильная витрина. Да. Вот. Да, потому что часто можно увидеть просто, когда на улице продают, как-то так, с прилавка на солнце, и я думаю, что с ней за целый день там происходит. Да, так вот, хотелось бы, чтобы это была витрина. Если будет еще хорошим показателем этой торговой точки, например, когда там есть градусник. Вы это знаете. Вот. Потом, конечно же, я говорил, что с первого шага не получится, да, то есть угадать четко. Но вот смотрите, что, зачем этот продукт вообще был придуман в свое время? Для того, чтобы вот, потому что, ну, знать в свои времена, да, она использует только мясо, да. А колбасу для чего? Для людей, которые чуть там ниже по социальному статусу, но тоже должны были получать белки, углеводы и все остальное. Вот. Когда мы берем сам бутерброд, вот, например, достаточно для того, чтобы перекусить, да, или сбить чувство голода, достаточно, в принципе, одного бутерброда и там 4-5 кусочков слайсов этого солями. И вот, и это должно в конце вызывать чувство сытости. То есть вы перекусили, вы сбросили это самое чувство голода. Большая энергетическая ценность у этой колбасы. Все-таки да, потому что тут и белки, и жиры, и углеводы, все здесь есть. Если же взять другой продукт, да, и он вызывает у вас чувство не то чтобы голода, а съесть еще. Это говорит о том, что там есть передозировка по каким-то, скажем, там усилителям, улучшителям. А если она просто такая вкусная, что не можешь остановиться? Ну, вот это вот как раз и есть этот показатель, да, наверное, добавок вот этих. Есть такое. На самом деле, человек просто нужно следить за своим питанием. И если вот меня недавно, меня в последнее время спрашивают, какую колбасу сейчас покупать, как покупать ее. Я отвечаю, что, ребята, вы сначала определитесь, для чего вы будете есть. Для чего? С какой целью? То есть, если вам нужно получить энергию, да, то есть вы должны ее получать из любых продуктов, которые вы можете себе позволить.
Вот. А если вам просто вот набить желудок, ну это совершенно уже другое. Есть еще колбаса, вот салями тоже продают иногда в вакуумной упаковке. Что с этой колбасой? Стоит ее вообще брать или нет? Потому что хранить, мы говорили, в пергаменте лучше, да, вот, например, что если она в вакуумной упаковке? Абсолютно ничего страшного. Нормально, да? Вы знаете, даже в последнее время это популяризируется. Почему это все-таки продлевает еще какие-то вот сроки хранения, угу. Да, и создает свою микрофлору. То есть ведь вакуумный пакет – это не просто та пленка, которую взяли на рынке, купили, угу. И запаковали этот продукт. Да? Это специальные пленки, которых там несколько слоев. Они есть слой парозащитный, газозащитный, солнцезащитный, ну, от ультрафиолета, mm-hmm. Да, и влагозащитный. То есть они формируются, эти пленки, барьерами, и потом это запечатывается. Mm-hmm. Есть упаковщики, которые вручную запечатывают, а есть термоформовочные линии. Mm-hmm. Да, поэтому это нормально. Это нормально, нет соприкосновения. То есть, вы представляете, в процессе транспортировки продукт перекладывается там из лотка и в лоток, потом mm-hmm. на витрину, это все руки. То есть, это даже такое, намного, да, лучше, да, получается? А так продукт запакован, он находится в своей среде, к нему никто не прикасался. А зачастую только люди, которые работают на самих упаковочных линиях, да, и то они работают в перчатках. Mm-hmm. Они продукт упаковали, и больше к нему никто не прикасается. То поэтому есть еще здесь большая безопасность. Да, вот здесь есть положительные моменты, конечно. Даже небольшой сейчас для меня миф разрушили, потому что я думал, что в вакуумной упаковке хуже, наоборот. Получается, что даже хорошо. Я вам скажу, в вакуумной упаковке немножко вкус будет отличаться за счет того, что она вот вакуумная, да, и бывает, вот она не дышит. Как понимаете? Спаривается вот иногда, знаете, вот есть такое, как влажность все-таки внутри. Это чуть-чуть упакованная. Нет, не обязательно. Вы понимаете, когда вот колбаса будет в таком вот состоянии находиться, в открытом, mm-hmm. да, из нее будет уходить, все равно будет уходить из нее влага, потому что mm-hmm. этот продукт, в любом случае, есть в нем влага, и он все равно будет уходить, и она будет сушь. Там же, конечно, это уже запечатано, и влага оттуда не уходит, поэтому вкус может немножко отличаться, да, но если говорить о безопасности такого продукта, да, то или тот, который где-то висел и был чем-то там, может быть осеменен, да, а тут уже практически ничего, ну, тут приходится чем-то вот пожертвовать. Ну что ж, я хочу сказать вам огромное спасибо за такие экспертные советы, я думаю, что теперь уже будем кушать с пользой для своего организма, привкус будет вкусным. Обязательно, только с пользой. Нужно определяться. По-другому никак, да? Да, я говорю, сначала определитесь, для чего вы едите. Если вам нужна энергия, ну, получайте его от чего угодно. Ну, только не гробьте себя. Самое главное, чтобы еда была качественной. Да, да, спасибо важно. Вам большое, да, за советы, ну и, конечно же, за прекрасную продукцию. Спасибо, буду рад, если я чем-то смог помочь. Поэтому я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні клуб любителей салями ми організували разом з нашим гостем Владиславом Малицьким, експертом з виготовлення м'ясних і ковбасних виробів.